Привет, друзья! Сегодня я хочу вам предложить две интересные идеи. Первая идея – это необычный футляр из перегоревшей лампочки. Удаляем половину цоколя и на малых оборотах втачиваем лишнее, не перегревая стекло. Зачищаем края. Теперь нам понадобится 3/4 латунная контргайка. Стачиваем и шлифуем ее в кольцо. Еще берем заглушку на 3/4 и также ее стачиваем и шлифуем. Ну вот что получилось. Такая оригинальная емкость у меня получилась. Так как я себе сделал новый токарный станок, от старого станка у меня осталась фанера, которую я решил куда-нибудь использовать. Фрезой вырезаем 2 круга и шлифуем. Теперь в первом круге делаем отверстие фрезой меньшего диаметра. Делаем отверстие в центре заготовки и вставляем туда светодиод. Так как светодиод у меня на 3 вольта, а питаться он будет либо от зарядного устройства, либо от USB выхода на компьютере, тут никак не обойтись без резистора.
делаем паз под микро USB гнездо и пазы под провода. Паяем все, соблюдая полярность, и крепим все горячим клеем. Кстати, гнездо микро USB я купил специальное, на котором имеются только два контакта вместо четырех, что значительно облегчает пайку таких мелких контактов. Нижнюю часть, которая закроет мои провода, я вырезал из ДВП. Склеиваем все наши заготовки вместе и прижимаем их плотно струбцинами до полного высыхания. Так как я буду заливать свое изделие эпоксидной смолой, а она имеет свойство везде вытекать, я лучше перестрахуюсь изолентой. Разложу 10 к 1 и заливаю центральную часть. После высыхания в центре остались все-таки пузырьки. Поэтому буду шлифовать до более или менее приличного состояния. Ну, в принципе, на первый раз сойдет. Притом небольшая мутность позволяет свету от светодиода лучше преломляться и рассеиваться. Вот такой вот оригинальный светильник и подстаканник у меня вышел. Ну а на сегодня все. Лучшая благодарность автору за его труд – это лайк под этим видео. До новых встреч, друзья. Здоровья вам и вашим близким.